Всем привет! Это канал Котики на Котике. Сегодня я буду кататься на своем двухколесном флаге. Ну давай, езжай. Так. Ну как бешеная лягушка делает? А она же еще и едет, наверное. Да. Ну? Это у меня самокат, а у меня... Ну езжай уже. Только ходишь. Опять уехала. Все, наездилась. Зачем мы самокат брали, непонятно. Ребенок, ты голодный? Нет. Кушать не хочешь? Нет. И хот-дог не будешь? Да. Хорошо, буду. Молодец. Буду. Не, нет, не будешь. Буду. Нет. Да. Нет. Я тебе кашку сделаю, хочешь? Нет. С котлеткой. Нет. А что ты, голодная пошла гулять? Да. Тебя папа не покормил? Покормил. Чем? Хот-догом. Яичницей? Хот-догом. Яичницей? Хот-догом. Вот вружка, а? Хот-догом. Сфоткать тебя с цветами, да? Все, сфоткал. Как ты там пела? Чунга-чанга. Я это прорвала. Так езжай, чунга-чанга. Не буду я чунга-чанга. Ехать не поедешь? На, вези сама. Не буду я его вести. Ты его взяла, катайся теперь. Поехали обратно. Куда? Зачем? Чтобы он мне не мешал ходить. Не мешал куда ходить? В поход. В какой? В обычный, блин. Ты ругаешься? Да. О, бери самокат, поехали в поход. Да, блин, я идти хочу. Что такое? Площадки забинтовали. А? Площадки забинтовали. Забинтовали? Да. И что теперь? На площадке. А почему забинтовали-то? Потому что коронавирус. Коронавирус? Долбанный коронавирус. Ты говоришь гадости, Кирусик. Да, это долбанный реально коронавирус. Чем он такой плохой? Тем, что он не дает нам на площадку. Ну, зато ты можешь кататься по парку. Пока же не запрещают. А? Это уже не парк, пап. А что это? Это уже не парк. Это уже какие-то закрытые площадки. И что? И где разрешено лишь это. Просто ходить? Блин, пап, пошли. Куда? Ребенок на детскую площадку зашел. Нельзя. Нельзя же ведь. Значит, и нам можно. Нам нельзя. Почему? Мы же не будем охранников терроризировать. Ну, значит, пойдем дальше. Пойдем к пруду. Папа, здесь есть пруд? Да, большой, помнишь? Пойдем? Папа, пошли посмотрим. Может быть, там половить рыбку как-нибудь удастся. Она, вон, видишь, будет шипеть на тебя. Блин, они реально маленькие. Да, они очень маленькие. Видишь, какие малепуськи? Ага. Это ты их нашла? Я хотела посмотреть на утку, тут они такие миленькие. Ой, какие маленькие. Они крылышки расправили. Ладно, пойдем чай пить. Пойдем? Утка мама поплыла. Да, и их сейчас позовет с собой. Ты же их можешь напугать. Пойдем. Кира. Слушай, если она здесь приедет, это шанс взять одного утенка и потрогать его. Не надо его трогать, она тебя покусает потом. Шипеть на тебя будет. Почему? Ну, можешь пойти погладить. Как? Погладить, только в руки не бери. А как? Иди, иди погладь. Пошли вместе. Потихонечку. Подойди и погладь одного. Она уплывает. Так она уплывает. А ты быстро пойди погладь одного. Хочешь? Потихоньку, не спеши только. Ой, разбегаются, не успеешь погладить. Все, убежали. Поплыли вместе с мамой. Пойдем чай пить. Почему не со мной? Ты хотела утеночка? Да, ну что, котики на котиках. Берите свой маффин.
Будем пробовать. Какой он на вкус, скажете потом. Твои утятки? Да? Плывут к тебе. Такие. Мы от Кирочки ушли. На, пей отсюда. Чаек свой. По чуть-чуть только. Не, попробуй сначала. Он не горячий уже, пробуй. Горячий. Как же горячий? Просто горячий. Открыть? Пускай еще постоит, остынет. Ну, пусть остывает. Пусть остывает. Как тебе наша прогулка? Хорошо. Хорошо? А что ты там рассказывала про своего лучшего друга из садика? Диму. Как его фамилия? Скворцов. Скворцов? Твой лучший друг? Лучший. Почему? Потому что, когда я была маленькая, ну, она не давала тебе час спать в детском саду. А потом вырос. А потом подошли, и мне все равно. Не дает спать? Да, он никому не дает спать. Ничего не изменилось? А-а. Ребенок, ты довольный? Угу. Чайку не хотите запить? Как тебе уточки? Там, думают, уточек. Да, вон там. Угу. Какая красота, да? Жалко, что мама утка и папа уплыли. Да. На чем ты сюда приехала? На самокате. А до этого на чем самокат везла? На машине. На чем понравилось ездить больше? На машине. Почему ты на самокате не ездишь? Почему ты его катаешь? Потому что мне стало плохо от самоката теперь. Да? На машине-то удобней, да? Угу. На тебя все сыпется. Не спешите. Успеете. Да? Нам еще гулять и гулять. К маме аж в 3 часа надо зайти. Угу. Пойдем по пруду гулять. Вон кусочек сейчас упадет. Вот этот. Что делаешь? Опа! Да видел, видел. Поймала. И съела. Смотри, смотри, сейчас опять поймает. Вот это рыболов, да? Сейчас плюх. Ищет, ищет. О, есть рыбёха. Классно мы гуляем. Ты, значит, идешь, я тут самокат твой везу. Супер погуляли, да? Ты идешь, тут головастика ищешь. На мостик пошла? Вон там мы сидели, да? Вон там, да. Сейчас как шмякнешься, вот я буду смеяться. Опять ругаешься. Это недопустимо. Поворачивай. Пойдем по лесочку. Пойдем. Хитруля какая. Поедет она, покатается. Только посмотрите на это. Что это? А там кто? Утята? А у там утята. Наверное. Да. Не туда. Может, самокат свой возьмете? А? Подводное чудовище. Это водоросли. Водоросли? Да, водоросли. А ну посмотри на меня, что-то красное такое. Кто, смотри? Красный, розовый. Кто? Короче, кто? Лотосы.
Красивые? Да. Вот бы на лодке подплыть и сорвать, да? Да. Только жалко-то, что тут лодок нет. Есть. Что, реально? Да. Только вот. Сейчас карантин. Блин. А что ты сказала? Блин. Это же плохое слово. И пилотас. Ты после поездки на дачу стала много плохих слов говорить. Хочу лотос. Где я тебе его куплю? Купи лотос. Жопку вытрусите. Да? Ну говори, что нашла? Перо. Чье это? Этого. Ворона? Ворона. А что с ним можно сделать? Сделать перо, которое пишет, запихнуть туда чернила. Или стержень с чернилами, да? Да. И будет у тебя ручка? Да. Ручка, перо. У меня, кстати, два пера уже. Один на дачу подобрала. И домой привезла? На заднем двору увидела. У нас окно просто было. И что? Двор. Я там увидела. Хорошо гуляем? Да. Чего хочешь сделать? Пойти в машину сесть и посмотреть Влада бумагу. А может пойдем погуляем лучше? Нет, давай посмотрим Влада бумагу в машине. Нет, это плохая идея. Почему? Потому что так мы не гуляем, а сидим в машине. Это все равно, что сидим дома. Баба, мы сидим в машине, это на улице. Хитренькая. Пошли, пап.